Всем доброе утречко! Продолжаю серию лайфхаков, чтобы внести изюминку в вашу повседневную жизнь. И начнем с кофе. Каждый заряжается с утра энергией как может, а мы это делаем с помощью заварного кофе. После того, как в гейзерную кофеварку я добавила измельченный натуральный кофе, я добавляю на кончике ножа совсем немного измельченную корицу и совсем чуть-чуть ванилина экстракта. Можно, конечно, воспользоваться натуральной ванилью, но я ограничена ванилином. Благодаря этой изюминке ваш кофе будет непередаваемо вкусный. А дом наполнится ароматом выпечки, сладости и, конечно же, уюта. Собираем нашу кофеварку, и осталось дело за малым. Дождаться приготовленного кофе. Всем приятного аппетита, бодрого утречка и хорошего дня!